Доброе утро всем. Сегодня у нас 26 марта, 21 год. Последний небольшой заморозок. Дальше обещают плюсовую температуру. Сейчас рассвет, 5:50 утра. Вот такая красота у нас. Как и всегда, у меня день начинается с водных процедур. Сегодня я буду купаться не один, а со своими друзьями. К нам на днях прилетела пара лебедей. Именно эта пара прилетает каждый год к нам. Они там дальше плавают, их не видно. Сегодня пятница, и это значит, что сегодня у меня сухое голодание. Уже более 20 лет я стараюсь каждую пятницу голодать, обходиться без пищи и воды. Сейчас не буду много об этом говорить. Если кому-то будет интересно, тема голодания у меня, на тему голодания у меня есть видео. На эту тему ссылка будет в описании. К нам приближаются теплые дни. Также меня часто спрашивают в комментариях, как я закаляюсь летом. На эту тему у меня также есть видео. Ссылка будет тоже в описании. Друзья, как я уже говорил во время пробежки на днях, быть здоровым, ведь это так просто. Для этого не нужно много времени. Вылить на себя ведро воды утром и ведро вечером. Все. Не нужно зацикливаться на здоровом образе жизни. Просто такие элементарные вещи. Стараться правильно питаться, не переедать. Даже если вы занимаетесь спортом, это не значит, что нужно много кушать. Старайтесь периодически голодать, хоть немножко заниматься спортом. Если человек заболеет, сколько денег уходит на лекарства, сколько уходит времени на лечение. Быть здоровым, наверное, намного лучше и дешевле. Так что хватит себя жалеть, выходите из зоны комфорта, будьте ближе к природе, все в наших руках. Так, все, не буду много говорить, я купаться. Всем пока, берегите себя и своих близких. Меня спрашивали, где в марте месяце лед. Вот, друзья, смотрите, где лед. Здесь нормально, вода, здесь уже еще замерзла. Все. Так, пробую увеличить, может, лебедей увидим. С этой стороны их не видно, конечно. Доброты и улыбок.
помню, как ночью мы звезды считали с тобой. Приходи поскорей, у меня будто слякоть на сердце. Не хватает ужасно аромата в душе. На рассветы твои долгожданные не насмотреться. И по пению птиц я соскучился очень уже. Приходи в этот мир, он устал от печальных событий. И лучей теплота сердцу каждому очень нужна. И хоть весточку дай, напиши нам, до скорого ждите. Милый смайлик и подпись под текстом. Целую, весна. Текст.